Доброе утро, друзья! 16 января 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день The Beatles, День Ледовара, День свободы вероисповедания в США, День учителя в Таиланде, Гордеев день в народном календаре. Знаменательные события. В 27 году до нашей эры Октавиан получил титул Августа. В 1724 году указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных. В 1919 году в США вступил в силу сухой закон. В 1957 году в Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз». В 1963 году Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы. В 1969 году чешский студент Ян Палах совершил в Праге акт самосожжения в знак протеста против советского вторжения. В 1973 году «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности Луны. Родились в этот день. В 1901 году родился Фульхенсио Батиста, кубинский диктатор. В 1910 году Вальтер Шелленберг, начальник внешней разведки службы безопасности нацистской Германии, бригадофюрер СС. В 1934 году родился Василий Лановой, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. В 1974 году Кейт Мосс, британская фотомодель. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 12 часов 46 минут по московскому времени напряженный день, который считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на суровость. В организме происходит пробуждение мощных сил. После 12 часов 46 минут наступает тихий и спокойный день. День победы, мудрости над чувствами и умом. Это и день успокоения и величия духа. День уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Вот такой он 16 января 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!